Привет, друзья! Подключайтесь в формате «Коллективный разум». Давайте советы, пишите комменты там. А я сейчас, видите, побрился и поранился. Но это заслоняется этой картиной. Такой прекрасной, такой необыкновенной. А вы пишите, как мне ее поправить. Нужно ли ее поправить или не нужно. Видите, немножко голубое. Вот немножко голубое. Вот так. И здесь немножко голубое. И здесь немножко голубое. Немножко-немножко. Совсем немножко. Скажите, где еще чего надо сделать. И мы все сделаем вместе. И будет очень здорово. Так. Вот так. Чтобы там жизнь появилась. Вот. Вот так. Ну, как она сейчас? Давайте, пишите. Потому что скоро мы делаем вебинар с Романом Газенко. Я высокочастотное покажу упражнение, которое сразу снимает стресс, открывает вас Творца. Все ваши способности открываются. И вы можете и рисовать, и петь, и смеяться, и танцевать лучше, чем раньше. Да, а Роман будет там рассказывать. Я в высокочастотном, так называемом, поле. Это такая вот методика будет новая. А Роман будет в высокочастотном поле семантическом, как психолингвист. Ну, давайте, пишите комменты, потому что я буду ждать, прочитаю и по вашим советам все исправлю. Что здесь не хватает? Давайте, до встречи, друзья.